Пейте людей. Картой Екатеринбурга аномального завершим наш разговор. У нас появились еще несколько ответок. Вот тот треугольник. Вы уверяете, что район Черноша самое опасное место в городе? Не слово опасное, такое? Слово интересное. Интересное. И вот кроме этого треугольника я еще второй поставил треугольник. Вот сюда бы. Вот этот район. Тоже треугольничек. То, что примыкает у нас к поселку Шабры, станция Сысерть и вот южная конечность Екатеринбурга. Вот два места, ну, точнее, две территории Екатеринбурга, где наблюдается очень частое НЛО. То есть это буквально, ну, раз в месяц что-нибудь доприходит из этих двух мест. Все остальные районы Екатеринбурга, они куда менее активны. Шабры и треугольник в районе Черташа. Что значит? Вот мы сейчас вот эти точки наметили, в центре назвали несколько музеев, особняк Железнова, усадьба Харитонова. Обходить стороной или... Да зачем обходить стороной? Интересно. Правильно сказали, изучать надо, изучать, привлекать и смотреть. Да, и узнать еще неплохо, из чего самогон в Шабрах гонят.